мы получим государственную монополию и совсем не улучшение качества кадастровых работ. Это очень большие деньги. Частники просто вымрут естественным путем. Нужно привлекать профессионалов к написанию законов. Доброго времени суток, уважаемые читатели. Сегодня блокнот в таком вот онлайн-формате поднимет тему, которая рано или поздно касается практически каждого жителя России. Это кадастровый учет. На связи сегодня с нами генеральный директор саморегулируемой организации «Кадастровые инженеры Юга» Галина Высокинская. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Дмитриевна, ну вот все, у кого есть недвижимость, знают, как непросто поставить ее на кадастровый учет и зарегистрировать право. Сейчас обсуждается законопроект, который должен якобы упростить эту процедуру. Можете в нескольких словах рассказать, в чем суть предлагаемых вот изменений? Этот законопроект, да, добавляет такое понятие, как государственный кадастровый инженер. Почему кадастровые инженеры и профессиональное сообщество в целом выступают против? Потому что вот эти функции государственного кадастрового инженера, они даются кадастровой палате. То есть у кадастровой палаты есть право принимать документы, есть доступ к базе, есть возможность что-то, какие-то изменения внести, что-то проверить. И при этом они точно так же смогут заниматься кадастровыми работами. То есть получается бизнес не совсем в тех же условиях. Понимаете, у нас есть частные кадастровые инженеры, и теперь появятся, если законопроект будет принят, появятся государственные кадастровые инженеры. При этом частным кадастровым инженерам необходимо запросить сведения в ЕГРН, а это деньги, и это немалые деньги, иногда очень хорошие деньги. А учитывая, что на уровне субъекта предельная цена может быть установлена, иногда запрос сведений в ЕГРН выходит за ту цену, которая установлена на уровне субъекта. И рядом же государственные кадастровые инженеры, которые совершают совершенно бесплатно все это получают. Есть кадастровые инженеры частные, которые проверить свои сведения пока не могут. Там, правда, в законопроекте появляется такая возможность, как использование личного кабинета, но дело в том, что личный кабинет, по идее, у нас появился достаточно давно, но он не очень хорошо работает. Ну, то есть, если он заработает, опять же, будет замечательно. Но дело в том, что он не работает. И получается, что у участников нет возможности проверить, что они, собственно, подготовили. А у государственных кадастровых инженеров есть такая возможность. Вот. В прессе, да, очень много обсуждается, что Росреестр говорит о том, что государственные границы, государственные зоны, то есть зоны, которые устанавливаются, должны вносить государственные кадастровые инженеры, государственные службы. Но дело в том, что ни границы, ни государственные границы, ни границы зон не относятся к кадастровым работам. То есть для того, чтобы они могли вносить эти сведения, не нужно вносить понятие государственный кадастровый инженер. И для того, чтобы исправлять реестровые ошибки, тоже не нужно вносить понятие государственного кадастрового инженера. То есть здесь, ну, такое немного лукавство. Получается, что вроде бы как бы для того, чтобы вот эти работы выполнять, объясняется это так, что вот именно для этих работ выводится это понятие, но на самом деле, в конце концов, получится, что бизнес частный просто умрет. А в настоящее время мы сами прекрасно с вами понимаем, что бизнес малый и средний в очень тяжелом состоянии. После коронавируса бизнес практически остановился. У нас до 90% кадастровых инженеров сидели вот сейчас без работы. Они, да, не относятся к той отрасли, которая наиболее пострадала, потому что вроде как бы деятельность не запретили. Но так как люди в принципе не выходили на улицу, кого интересовали объекты недвижимости, кому они были нужны в эти 3 месяца. И они, да, они могли работать, но работы не было. Бизнес остановился, а сейчас у них еще, если заберут все, что касается государственной, муниципальной собственности, останутся только частные. То есть государственный кадастровый инженер говорят, мы не будем лезть в вашу частную собственность. Вот частников можете работать, будут работать кадастровые инженеры частные, а государственную будем работать мы. Но вы же понимаете, что это очень большие деньги. То есть частники просто вымрут естественным путем. По факту вот этих государственных инженеров ничего не остановит от того, чтобы занять и частный рынок. Конечно. И выдавить таким образом весь бизнес. Да, тем более они могут предложить более быструю услугу, потому что, да, если что, подправить можно, да, если, вот, кроме того, более низкую цену можно предложить и гарантировать прохождение учета.
краткие сроки. Если частные кадастровые инженеры могут выяснять до потери пульса, в чем проблема, почему не проходят, то государственные кадастровые инженеры смогут гарантировать, что в течение там, 5 дней, 3 дней учет будет пройден, и, они, и частники получат документы. Конечно, частники будут заинтересованы в скорейшем прохождении. А тем более, опять же, если приостановка, которая будет решаться только в судебном порядке, то есть это суды, это долго, гораздо проще пойти к государственному кадастровому инженеру, заплатить деньги и получить документы. Вот, как-то так. Но на наш взгляд, вот на взгляд профессионального сообщества, это будет очень недобросовестная конкуренция. Так нельзя. Но это вот. Неравные условия, это очевидно. Абсолютно неравные. То есть мы не выступаем против того, чтобы палата этим не занималась. Ради бога пусть занимается, но давайте будем в равных условиях. Если государственные кадастровые инженеры имеют доступ к этим сведениям, дайте такую возможность частникам. Если участников нет, пусть их государственных не будет. Тем более на сегодняшний день есть предписание ФАС, где кадастровая палата не может выполнять кадастровые работы, потому что у нее есть доступ к базе ЕГРН. В предписании сказано, что либо они должны прекратить доступ к базе, и тогда пусть занимаются, либо не занимаются кадастровой деятельностью. И вот в настоящее время предписание такое действует. Вот. Ну а теперь законопроектом пытаются обойти предписание ФАС. Опять же, в законопроекте много чего очень полезного, угу. против которого, естественно, мы ничего не говорим. Мы говорим только о том, чтобы не дать возможность государственному сектору выжить частный. Ну, честное слово, и так трудно, сложно. Ну, малый и средний бизнес это просто убьет. А кадастровая деятельность это очень часто малый и средний бизнес. Кроме того, это бизнес не тот, который там торговлей на рынке занимается. Кадастровые инженеры это квалифицированные специалисты с высшим образованием. У нас обязательно высшее образование. Обязательно повышение квалификации раз в 3 года. Высшее образование не любое, а профильное образование. У них дорогостоящее геодезическое оборудование. У них много знаний и умений. Получится такая узаконенная монополия. Да, а именно об этом мы и говорим, людей что сейчас без работы. Да, что сейчас получается монополия, государственная монополия на этот вид работ, и палата кадастровая никогда по своим функциям вот она не выполняла кадастровые работы. У них нет специалистов. То есть мы сейчас выживем этих специалистов. А что мы получим взамен? Мы получим государственную монополию и совсем не улучшение качества кадастровых работ. Просто гарантированное прохождение, но не качество. Это уже было, у нас уже было в свое время, когда-то были земельные организации при земельных комитетах, и мы это до сих пор расклёбываем. Все эти ошибки, которые в свое время, в начале 2000-х, были такие конторы. Мы до сих пор это все расклёбываем, пытаемся исправить. Вот. И сейчас мы опять хотим вернуться опять к тому же. Ну, не нужно этого делать. На ваш взгляд, что можно было бы сделать, чтобы гражданам стало проще оформлять свою недвижимость, вот в первую очередь? На мой взгляд, нужно вносить изменения в закон. Привлекать профессионалов к написанию законов, когда у нас законы будут хорошие, правильные и на благо людей.